Дважды минировали российское консульство на Гагаринском плато во время президентских выборов в РФ. По данным нацполиции Одесской области, первое сообщение о заложенной взрывчатке поступило около 8 утра. Правоохранители эвакуировали 300 человек из консульства и прилегающих домов. Второй звонок сразу после обеда. На место прибыли кинологи и взрывотехники. В результате обследования опасных предметов не обнаружили. Ограничен доступ в связи с тем, чтобы взрывотехники проверили всю улицу и нашли, либо не нашлось подтверждения данной информации. Ситуация полностью стабильная, спокойная, каких-либо конфликтов не намечается и не было. Поэтому полностью контролируется ситуация. Правоохранители устанавливают личность звонившего. Сведения об инциденте уже внесли в единый реестр досудебных расследований по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан.